привет! В эфире ваш путеводитель в поисках хорошего настроения. Выходные все ближе, пришло время планировать свой отдых. Что интересного приготовил город, разберемся вместе. Поехали! В Самаре открылась юбилейная выставка члена Союза художников России Татьяны Пешковой. Она работает в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета. Использует технику акварели, пастели и масла. Увидеть произведение воочию можно до 3 октября в выставочном зале Союза художников России на Молодогвардейской, 209. Не всегда осенью хочется куда-то выходить из дома. Иногда приятнее провести время за чтением книги. Почему бы не разнообразить чтение и не начать читать произведения в оригинале? Тем более, что в Самару приезжает лектор из Ирландии. Он расскажет об ирландской культуре и английском театре. Лекция будет на английском языке. И язык подтянете, и настроением отличным зарядитесь. Начало в субботу в 16:00 в областной научной библиотеке. В субботу вечером в Самарском литературном музее пройдет международный фестиваль фантастического короткометражного кино. 8 невероятных историй, которые смогут стать реальностью уже в ближайшем будущем. Начало в 7 вечера. Как выжить в ледниковый период? Ученые утверждают, что сейчас на Земле происходит глобальное потепление, после которого всегда приходит ледниковый период. Когда ждать заморозки и как подготовиться, расскажет лектор из МГУ Станислав Дробышевский. Приезд знаменитого антрополога организует сообщество молодых ученых. Музей Алабина, приходить к 11. Концерт органной музыки «Времена года» состоится в это воскресенье. Вивальди, Бах, Чайковский – музыка, которая воспитывает истинный музыкальный вкус. Исполнит лауреаты всероссийских и международных конкурсов. «Фрунзе 157». Начало в 3 часа дня. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!